Итак, заблокировали один из моих профилей в Авито, при том, что самое интересное, что он был привязан к другому номеру телефона, но тем не менее здесь очень много было всяких разных объявлений. Вот они сейчас все в архив улетели с такой вот интерпретацией: блокировка учетной записи заблокирована. Значит, почему блокируют профиль? Потому что я якобы делал, ну, они вычислили, что это тоже я, и просто с другого профиля выкладываю той же тематики объявления, то есть такие вот какие-то. Вот. И на основном у меня то же самое. Значит, как они вычислили, я так понял, что они посмотрели. То есть спалился я на оплате этих объявлений. То есть, когда оплачиваешь размещение, вот, если ты с одной карты оплачиваешь, это для них подозрительное действие. То есть это единственное, где прокололся. Но самый прикол, что я успел отправить доставку. Буквально в этот же день меня потом заблочили. То есть отправил вот доставку. Даже отправил уже сообщение, и сразу меня блокируют. То есть, а чтобы вывести деньги, то есть нужно, чтобы был доступ к аккаунту, потому что здесь нужно будет написать номер карты, когда покупателю придет моя доставка. Собственно говоря, вот. Ну, я как я это решил, то есть я в поддержку им написал сразу же, что у меня был второй профиль, я оформил человеку и отправил доставку, тра-та-та. С уважением, тренер по шахматам, a.k.a. as no as Властелин овец. Вот, ну и, соответственно, здесь указал почту. Они мне написали, что типа почта не та, пиши другую почту, с которой там зареган. Я написал с другой почты. Ну и, соответственно, все сейчас должно решиться. Но самое крутое, что они... профиль тра-та-та заблокирован, потому что вы размещали объявления с нескольких аккаунтов в одной категории. В ходе исключения, то есть ради меня всегда делают исключения, это все знают, мы восстановили вам доступ к профилю, чтобы вы могли получить деньги за проданный товар. Пожалуйста, не публикуйте новые объявления и не активируйте старые, иначе мы будем вынуждены снова заблокировать ваш профиль. И уже не сможем его восстановить. Вот как-то так. Поэтому, ну, вывод какой? Нельзя размещать объявления одной и той же тематики на разных аккаунтах. Либо постарайтесь, чтобы вас не спалили. А для этого недостаточно лишь разные номера телефонов указать. Нужно еще... и разные почты. Нужно еще с разных, карт производить оплату за размещение товаров. Как-то.